Всем привет! Это краткий обзор на 13-ю и 14-ю серию шоу «Хулиганы» второй сезон. 13-я серия началась с того, что участники висели на столбах, кто дольше. Первой сползла Вика, второй – Ангелина, из парней первым сдался в угар. Победил в этом испытании Илья. Далее была фотосъемка, где девушек одели, как феи или принцесс, и они должны были быть на этой фотосессии максимально нежными. Это далось девушкам сложно, но они справились. После этого парни больше суток собирали пазлы с фотографиями их девушек, никто не справился. Первым сдался Илья, Иван уговорил сдаться в угар, как змей, он хотел выиграть, но через час у него заболела нога, и он тоже сдался. А девушки в это время сделали для парней сюрприз – романтический ужин. Сами приготовили блюда, не хуже, чем в ресторане. Парням стало стыдно, что они не собрали какие-то пазлы, и они попросили о возможности дособирать их. Далее было интересное испытание. Девушек нарядили в бальные платья, привезли в лес и отправили в определенном направлении. Девушки шли через дебри, по грязи в туфлях на каблуках, порвали платье, испачкались. Потом девушки шли по болоту, где промокли. А парней в это время привезли тоже в лес, но на праздник, где было много девушек, где их половинки, и парням не сказали, парни начали развлекаться. Особенно Иван, он был в компании трех красивых девушек, в угар стоял с дамочкой с собачкой. Девушки, когда вышли на поляну, набросились на своих парней, как пантеры, одна Ангелина повела себя достойно. Особенно разочаровала Вика. Эта проверка показала, что она не изменилась. В угар было очень жалко, поведение Вики вывело его из себя, он даже хотел идти домой. На этом 13-я серия закончилась, началась 14-я. Психолог проекта поговорила с девушками, девушки пошли извиняться. Затем парни подарили девушкам их фотографии пазлы. Далее парни и девушки собирали скульптуры из мусора. Это у них очень хорошо получилось, но без ругани не обошлось. Тут Вика проявила мудрость и молча делала то, что говорил в угар. Илья и Ангелина, Иван и Катя спорили, ругались. Потом был треш, и парням и девушками делали татуировки. Татуировки каждому выбрала его половинка. Самые-самые – это татуировка угара, ему накололи Викину лицо, и татуировка Кати, ей накололи обезьянку Абу из мультика «Аладдин». В угару его тату понравилось, а Катя была в шоке. «Мне Кате было очень-очень жалко. Не понимаю, что у Ивана в голове. Половину времени в этих сериях показывали события из предыдущих серий. Кто победил, не сказали, будет еще 15-я серия. Думала, что победят в угар Вика, но после этих серий есть шанс у Ильи и Ангелины. Ждем 15-ю серию, подписывайтесь на канал, до скорого!»